Привет, друзья! Сегодня в Охотник НР поступили новые компрессоры от компании New Warrior. 2-киловаттный мощный компрессор. Вот в такой большой коробке он поставляется. Его вес 22 килограмма, то есть в два раза больше, чем от предыдущей модели от портативного компрессора. Тут у нас в комплекте есть, соответственно, поршневые кольца, заглушка для проверки работоспособности компрессора и набор ZIP. Чем отличается этот компрессор от всех остальных портативных? В принципе, по его габаритам его тоже к ним можно отнести. Это 2-киловаттный компрессор, который позволяет заправлять баллоны вплоть до 6,8 литров, ну то есть до 7 литров, то есть стандартный такой самый ходовой баллон. У него есть и водяное, и воздушное охлаждение, в отличие от портативного New Warrior. Здесь есть вот такая заглушка и емкость, соответственно, для воды. То есть вода — это один из также источников для его охлаждения. Сюда заливается вода. Перелил я воды. Так. Но на этот случай... Что делать на этот случай? Значит, воду мы залили. Здесь ставится вот такая заглушка с резиновым окончанием. И две кнопки. Соответственно, вот эта кнопка у нас включает вентиляторы. Эта кнопка включает компрессор. Это реле сброса. Здесь также есть реле автоматического отключения давления, то есть выставляется стрелочка. Например, вот это у нас 300, насколько я понимаю. То есть 300 бар. Мы его сравним по производительности с компрессором New Warrior Luxury Mini. Отличие у этих компрессоров самое кардинальное, то что с помощью этого компрессора вы можете заправить винтовку от автомобиля, то есть от 12. А этот компрессор работает только от сети, ввиду его большой мощности. И также этот компрессор весит 9 килограмм, и по габаритам он существенно меньше. В остальном они даже по корпусу очень похожи. У нас здесь две винтовки леший, два полуавтоматические, на родных резервуарах, на маленьких. Мы сейчас заправим одновременно эти винтовки и посмотрим на, соответственно, разницу по скорости. Для сброса давления здесь абсолютно одинаковые вентиля. Так, ну мы выставляем до красной зоны релешки. И, соответственно, сейчас будем запускать. То есть включаем вентиляторы. А, нет, это работа компрессора. Вентиляторы включаются этой кнопкой. Температурный датчик. И также охлаждение водяное тоже пошло. Компрессор уже заправил винтовку. Я не знаю, сколько прошло, но считанные секунды.
этот компрессор, соответственно, продолжает свою работу. Температура здесь всего 20 градусов. У этого компрессора рабочая температура не повышается свыше 50 градусов, а у этого компрессора рабочая температура значительно выше. То есть у него там порядка 70 градусов рабочая. Также я могу сказать. Этот компрессор большой, он работает на масле. То есть там полноценно есть картер с маслом. Здесь есть сейчас установлен сапон и снизу окошко для уровня масла. Вот оно, стеклянное. То есть сюда заливают компрессорное масло. Сапон идет в комплекте, мы его уже заменили. А изначально там идет заглушка для того, чтобы из картера ничего не проливалось. Так называемая транспортная заглушка. Это у нас предохранитель, который, соответственно, не дает компрессору перекачать давление. То есть там мембраны идут латунные, которые лопаются при достижении там, ну, пускай... Это просто нечто. Здесь указано, что колба 0,45 литров, то есть как на Егере, например, за 5 минут ее качает до 300 бар с нуля. Также вот есть леший с вот такой композитной колбой. Давайте пока работает этот красавчик. Мы заправим ее. Проверили давление. Установили штуку. Пойдет вверх давление. Вот уже пошло. Колба 0,36 литра. Колба 0,36 литра. Плюс еще некоторый объем в районе 90.
идет на, соответственно, за редукторным давлением, за редукторным объеме. То есть как раз таки где-то 0,45 выходит в общей сложности. Вот за несколько секунд компрессор уже достиг 100 бар. Температура 54 градуса. Дозаправил винтовку до 200 бар. Абсолютно так же справляю давление. И только после того, как давление справилось, мы можем вытаскивать штуцер. Для того, чтобы пользоваться этими компрессорами, на родной штуцер Лешева обязательно нужно приобрести переходник Quick на резьбу G1/8. На сайте они есть. Дается быстросъем по клипсе. Вот таким вот образом. Все. Компрессор закончил заправку. Я не знаю, минута или меньше. 200 бар. Выключили вентиляторы, а то совершенно невозможно говорить. Надеюсь, что что-то будет слышно из того, что я сказал. Но по большому счету этот компрессор, ну, по производительности раза в 4, как минимум, больше, чем вот этот малыш. Вот. В принципе, он подъемный. Проверили давление, вытащили. В принципе, он такой. Тоже, на самом деле, очень удобный, ввиду малых габаритов, но приличного веса 22 килограмма, он прекрасно несется. Ну, я не знаю, примерно можно сравнить, наверное, со сварочным аппаратом с каким-то, или с другой техникой. Вот. А водичку тоже, соответственно, если вы будете заправлять баллон 6,8 литров, придется поменять, потому что объем небольшой, где-то 0,6 литра туда помещается, может быть 0,7, и вода также нагревается при достаточно долгой работе. Также обязательно следить за температурой. Вот. Охотника Нет в наличии эти оба прекрасных компрессора современных. Можно всегда заказать. Быстрая отправка, быстрая доставка по Москве.